Пятая минута. Левее, Тох, пониже и левее. Есть твоя! Восьмая минута. Да,
Демчишин? Я знаю, знаю. Виталик. Виталик, 23 номер, желтая, 14 минута. Ливерпуль.
нагрузка. Знаю, знаю. Будильник. Вообще не могу говорить о теме горячей. Кис.
Знаю, знаю. Здравствуйте. Добрый день. Да, здорово. Да, не понял, не понял.
Какой у тебя там счет? Вестхэм выигрывает где-то 4-2. А, 4-2? То есть Ливерпуль забивал? 1 забил, да. В этом тайме не забивал. Сейчас 30-е забили еще на 28-е. Восьмерка. 9-й. 9-й. Капитан? Я был уверен, что это у тебя свистов. Нет. Я там уже 30-я минута. Ты ж начал раньше. Да, у тебя где-то 27. Кто? Спасибо. Команду? Нет, команда у нас своя. Мы просто в 60 болельщиков зависим. И здесь будет это проходить? Не здесь, а на Шеве. На Шеве, в смысле, на университет Шевченко? Нет, на Болоне. А, я понял. Зимненькая. Найк Шанс, там где проходил. Да. 216.
А там газон меняли или нет? Там нет. Хреновый газон там. Ну да, там. С песком по этому. Особенно весело, когда. Там орбит вчера дурачок, типа, был ливень минут 10. Он типа не остановил игру и продолжил дальше. Типа. Чуваки намокли. И... Еще скользко. Там скользко и без дождя, по-моему. Там и без дождя, да. Особенно если какой-нибудь футзал. Знаю.